И как бы выкинуть родину и приехать и снова себя утвердить в лидерах и заставить себя уважать, вот это, в общем-то, хорошее положение дел. А это уже представительница также Франции, Изабель Северина, известная французская гимнастка. Мало того, известная, она чемпионка Европы 2005 года именно в этом виде многоборья. Я очень хорошо помню, какая была реакция мировой гимнастики, как бы такую вот пальму первенства именно на вольных упражнениях. Впервые золотая медаль достается французской гимнастке. Поэтому давайте на нее повнимательнее смотреть. Она блестяще выполнила в первой линии тройной винт. И сейчас как бы совсем не собирается показать какие-то свои слабые стороны. Наоборот, выступает красиво и сильно. Вот. Сложное акробатическое соединение. Они достаточно серьезно вообще поставили подготовку к Олимпийским играм. И вот если конкретно по вольным упражнениям разговаривать, то они серьезно занимаются хореографической подготовкой, акробатической. И там наши специалисты, к сожалению, с одной стороны. Вот. Ну и очень заметно, что очень сильно поднялась французская гимнастика. Да, ее победа на чемпионате Европы 2005 года, первым после Олимпийском году, конечно, стала неожиданной сенсацией, да, можно сказать, в вольных упражнениях.